Задержан подозреваемый в убийстве в Махачкале. И снова в истории фигурирует алкоголь. В собственном доме по улице Халимбек-Аульская в Махачкале было обнаружено тело 76-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает МВД Дагестана. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний уроженец Ахтынского района. Он рассказал, что после совместного распития спиртных напитков между ними произошла драка на бытовой почве. В ходе конфликта злоумышленник нанес множество ударов руками и ногами по голове и туловищу знакомого. В результате мужчина скончался. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.